Мы были последним поколением детей, которые пошли в школу в Советском Союзе. Это был 1989 год. Дети после нас уже учились в другой стране и в другой системе. Мы жили в самом большом спальном районе и учились в самой большой школе Таллина. У нас были свои принципы и мечты, свои игры и увлечения. И мы записывали свои мысли, чувства и желания в волшебные анкеты. Это был мир иллюзий, в котором мы себя хотели кем-то видеть, кем мы, может быть, не были на тот момент. Ну, и жизнь, она очень ровно делится на жизнь там и жизнь потом. Он первый, еще многотомник. Я уехал из Эстонии, потому что люди в Эстонии сошли с ума. Когда мы читали и заполняли анкет, мы думали, что мы можем изобразить себя более умными, более способными, более талантливыми. Купил в один конец билет до Бангкока и давай до свидания, родная страна. Я же до сих пор не рискнула приехать. Я не была в Таллине, и сколько уже лет прошло. Я живу в Берлине уже 16 лет. Когда после всех этих профайлов и анкет находишь человека, видишь совсем другое. Самый сильный парень нашего класса теперь охраняет президента. Вообще здорово, когда люди про тебя такие какие-то факты помнят, которые ты о себе не помнишь. В Камбодже людей я здесь не повстречал. Я тебя видела на пляже с детьми и с эстонским мужем. Думаю, ну куда ты с эстонским мужем? Точно, явно не уезжают, оказывается, даже с эстонским мужем. Эстонцы можно... тоже отсюда. Линяют. Мы были первым поколением, которое получило возможность свободно передвигаться. И что же такое любовь сегодня? Что есть счастье 20 лет спустя? Ой, я не могу сказать, что было.